Так, вот мы на водоеме. Завезли палочки. Запомнили две точки. Вроде как получилось. Тема, конечно, охеренная. Время экономит вообще. Ну вот он сам. Колян управляет. Не обязательно было. Нормально. Я его даже и не заряжал. Потому что приехал и времени не было. Сразу поехали. Сними пульт. Дистанция. Так. Вот, показывает дистанцию. Вот, удаляемся. 62, 63, 64. Так. А глубина. Глубина 5,3. Это рельеф. Вот он, рельеф пошел. Соответственно. Ну а челкни сейчас, чтобы он увернулся. Так. Режим возврата. Сейчас он едет на точку. Как она там называется? Ну, домой. Промежуточная точка. Сейчас на промежуток, да. На промежуточную. Сначала... Не, он, наверное, сейчас домой поедет. Не-не-не, на промежуточную сейчас приедет. Сколько дистанция? Так. 25, да? Управления никакого нет. Да. Пульт просто в руках. Едет сам. Да, он на промежуточную едет. Сейчас встанет на точку промежуточную. Сейчас проедет промежуточную и вернется домой. Все, ускорился, с промежуточной пошел домой. Да, сам едет. Можем выключить? Не-не, он сейчас приедет. Он сейчас меня насобирает. Ой-ой. Леску не зацепил. А он по ней сверху прошел. Ну, в принципе, вот так он летает. Тормозит. Повороты, блядь, тоже. Ну, как-то так. Проверь габариты. Будет видно. Крутилки. Ага. Фара. Фара. Габарит. Приобретением довольны.